Еще недавно у звезды соцсетей были проблемы с въездом в Монако, где она жила много лет. Теперь все трудности позади. Виктория Бонни заявила подписчикам, что наконец-то решила проблему с документами и может спокойно вернуться в Монако, где у нее имеется собственная недвижимость. Друзья мои, хорошие новости. Ну что, 9 месяцев без возможности вернуться домой, где я живу последние 12 лет, наконец-то закончились. В конце этой недели я возвращаюсь в Монако, еще и Каннский фестиваль будет в полном разгаре. Последние 2 месяца я провела в Москве, очень рада, что была возможность побыть дома. Москва всегда будет моим местом силы. Да и дочка тоже смогла вспомнить, что такое Москва и сколько здесь возможностей для детей в сфере развития. Отметила 44-летняя звезда соцсети в личном блоге. А еще Вика не забыла обратиться к недоброжелателям, которые так радовались ее трудностям и распространяли нелестные слухи. «Моя ситуация с ожиданием документов вызвала, как всегда, много споров и даже злорадства, мол, выгнали ее из Монако. Хочу напомнить, что моя дочь Монегаска гражданка Монако, и меня не могут выгнать, как бы многие этого не хотели. Единственное, что является правдой, это тот факт, что я жила на территории Франции. Но мне придется отказаться от этого места жительства и снова переехать в Монако. Именно это стало причиной того, что я не смогла своевременно продлить вид на жительство. Все остальное – лишь домыслы», – подчеркнула Бонни. В данное время Виктория находится в предвкушении посещения Каннского кинофестиваля, гостьей которого она является много лет. К слову, звезда соцсети может помочь любому подписчику попасть на данное мероприятие. Цена вопроса – от 3 миллионов рублей. На следующей неделе буду передавать вам привет с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Если вы хотите тоже стать гостем, пишите моей помощнице, призывала она.